Привет всем, с вами «Пять не совсем» и я Ольга. Сегодня у нас обзор конфет. Вот такие конфеты. Ну, эту коробку мы-то уже вскрыли, как видите. Вот. Хочется поговорить сейчас о том, что вообще в составе этих конфет. Давайте посмотрим. Конфеты шоколадные. В общем-то, вроде как солидная коробка, да, так вот выглядит. Значит, шоколадный кутюрье. Искусство мастерстве. Ассорти. Так, посмотрим. Состав: шоколад, сахар, какао тертое, какао масло, эмульгаторы, лецитин соевый, Е476, ароматизатор, молоко сгущенное сахара, молоко коровье нормализованное, пастеризованное, сахар, глазурь шоколадная, белая, сахар, какао масло, молоко сухое цельное, сухая молочная сыворотка. Ну, то есть, как бы, заменители молока, эквивалент масла какао, растительные не гидрогенизированные масла, эмульгаторы, лецитин соевый опять, 476, и ароматизатор, масло сливочное, нормализованные сливки, то есть это не масло сливочное, а нормализованные сливки, патока, крахмальная, коньяк, соль поваренная, пищевые ароматизаторы, регулятор кислотности, лимонная кислота. Шоколад, какао в шоколаде не менее 35%. Следы орехов, арахиса, кунжута, глютена. Так, вес. Вес, масса 130 грамм. Нетто. Ну, давайте посмотрим, откроем эту коробку конфет. Вот такая у нас коробочка получается. И вот конфеты. Всего конфет раз-два и обчелся. 9 штук конфет получается в коробке. Давайте посмотрим, что у них внутри, в этих конфетах. Так, разрезаем. Здесь такая шоколадная вроде как начинка, похожая на какао. Не вытекает ничего. Шоколад лопнул при разрезании. Так, другой вид конфет. Тут они как бы разных форм и разных видов, разных вкусов получается. Вторая конфета с более темной начинкой. Ну, тоже так крышится, но не растекается ничего. И третий вид конфет. Вот чуть-чуть подтекла, остался след на ноже. Похоже, начинка, как и в этой конфете. Ну, последнюю разрежем, посмотрим, что там. Вот, белая начинка, она растекается, такая вот вязкая, непонятная консистенция у нее. Что хочется сказать об этих конфетах? Эти конфеты никому из наших не понравились, абсолютно. То есть не то, чтобы, знаете, ну, можно предложить, нет, такие конфеты предлагать не нужно. Абсолютно невкусные и как бы... Вот это вот, я даже не знаю, то ли выкинем, то ли как-то, скорее всего, выкинем, потому что никто не хочет их потреблять. Ну, невкусные, правда. Ребята, ну, если вы делаете конфеты, то вы делайте хотя бы такие, чтобы их можно было с аппетитом потреблять, потому что покупать коробку конфет, чтобы это солидно выглядело, и вот это вот получать не пойми его что в итоге, это нехорошо так делать. Пожалуйста, производители, позаботьтесь о качестве вашей продукции. Хочется сказать, что ну, имейте хоть немножко приличия. Ну, конечно, в коробке можно было бы и больше конфет
положить, ну, как бы цена. Я, правда, и цену-то не знаю этих конфет, но мне кажется, за любую цену такие конфеты, которые кушать невозможно, покупать нет смысла, правильно? Ну, вот сколько бы они ни стоили, это не имеет значения. Вот, ребята, хотелось предупредить просто вас, что если попадутся вот такие вот конфеты, вы поаккуратнее смотрите, чтобы не попали в просак с таким вот невкусным десертом. Знаете ли, если кто-то захочет для придания большей романтики или солидности подарить коробку конфет, в таком случае лучше купить некие другие конфеты, или пусть даже конфеты в обвертке, это будет в разы дешевле, и можно романтически пошелестеть и обверткой в конечном итоге. Так что вот, запоминаем, производитель у нас кто? ООО «Леванта 2000», Россия, город Москва, улица Сходнинская, дом 33, корпус 2, строение 1, комната 3. Адрес производства Новгород, улица Торфяная, дом 3. Вот так, ребята, попались нам вот такие вот невкусные вообще конфеты. Всем хочется сказать приятного аппетита и не попадайте в неприятные ситуации со сладостями. Ну, запах у конфет сильно ядовитый, как бы такой отдает спиртным сильно, это сразу вам скажу. Ну, в общем, да, вот такие вот какие-то конфеты, что никому из нас не понравились. Как бы мои не хотят их больше потреблять, ну, вот так вот как-то. Спасибо всем за просмотр нашего видео. Конфеты, конечно, бед. Покупать я их не рекомендую. Особенно дарить. Так что приятного всем аппетита. Покупайте качественный, вкусный продукт. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик под видео, чтобы не пропустить наше следующее видео. Спасибо всем. Пятница 7. Я Ольга.